И снова всем привет, друзья! С вами NoFX! И Шеморо! А мы продолжаем наши каточки... Выживание, точнее. В Ark Survival Evolved, ребята. И сегодня все-таки пойдем затомим это говно. А, ну, то есть Фиоми. Нет, говно томить не надо, к сожалению. А можно его притомить? Нет, нельзя. Не знаю, сейчас. Кстати, ты посмотри. Говно изменили. Ребята. В смысле? Оно более стало блестеть, может это под дождем, но говно стало выглядеть явно по-другому. У тебя нет лупы? Ты видишь? Говно какое-то стало значительно проработанней. Я понимаю, почему арк лагает у многих, братан. Они улучшили качество говна в игре. Друзья! Из-за говна. Арк лагает из-за говна, бро. Говно лагает из-за говна, говоришь? Ну, естественно. Нет, просто динозавры какают, а это новые полигоны появляются на карте. Из-за этого подгружаются самые топовые видюхи и сгорают титаны. Ну ладно, так а ты где? Я здесь, возле дома. Ну что, пошли, в принципе. Нам наркотики только нужно достать из этой... Ты уже достал наркотики? Наркотические? Нет еще. Вещества. Сейчас я достану. Или сейчас. Ягодки. У нас тут много всего было. Фиомию надо, ребята, Фиомию. Седло есть, поэтому надо ее реально дрючить, чтобы оседлать, и можно было уже хоть как-то перемещаться по острову. Не вижу тебя. Все, я достал наркотики. Мне хорошо. I don't see you. Я спрятался. Я под фундаментом. Так, здесь черепаха ходит. А где же... Мы же здесь видели Фиомию с тобой недавно совсем. Блин, бегала же, сука, толстушка. Там дальше где-то. Там я еще раптора видел, правда. Не-н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 е. Это мы знаем. Раптор был чуть правее, а Фиомия чуть левее, ближе к обрыву. Там, где раптор, я ходить не буду, я помню. Все прекрасно. Каково это? Фиомии вроде чуть правее были, да. Фиомии чуть правее? Да, там ближе к подъему. Правда, хищная, наверное. Вижу, жирная. Сучечка. Сейчас будет убегать. Я тебя дождусь, чтобы мы ее в две рогатки, наверное, долбанули. А какого левела? Сейчас глянем. Маленькая моя хрюшечка. А Фиомия, левел 20, ходит жопой мне машет своей. Сразу жопочка вспоминается. Они убили жопочку, когда я забрался. И знаешь, мне вот самый такой момент, который я помню еще с первых стримов по арку, это когда я забежал в лес на своей жопочке. Не знаю, видел ты этот момент или нет. И там птицы сожрали. А меня убили птицы, и потом Фиомия долго жила. Ты не помнишь этого момента? Нет, этого я не помню. Вот. Просто столько было, что иди все запомни. Да, но это было самое начало, я только изучал игру. Я побежал вот в эти горы, в лес, как раз. Меня там убили птицы, и Фиомия оставалась жива. Я бежал ее спасать, и в конце ее все-таки шлепнули. Они убили жопочку, растерзали на моих глазах. Это было самое неприятное, ребята. А, ты сука! Все нормально? Ты живой? Да! А кто тебя там бьет? Две дилы! А, ну это же не страшно. Это нихера дилы, себе! Они плюнули мне в лицо! Я зеленый! В ответ. Братан, возьми на себя, пожалуйста. Пожалуйста, она, да, сука, до сих пор в меня плюет. Ты жив? Да, у меня копье сломалось одно. Ай, мим. Больно, как больно, больно, больно. Сука, в меня. Больно, 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 мне ботинки вот сломали. Сука. И у меня все переломано, мне один удар. Одна четвертая, одна 112-я. Сейчас все нормально, сейчас я ты тоже заберу. У тебя нормально, да? Да, да, да. Пока, ой, она в упор не плюет, тих, короче. Тих. Она в упор не попала. Ну а тебе, сука, я хоть и полудохлый, но я ударю тебя. Гадость, вонючая. Она убьет меня сейчас! Меня-то за что? А, хорошо! Она пыталась плюнуть меня, плюнула, сука! О, господи, что за ад! Мамка! Жесть. Нормально. Я пожарю мясо, все, у меня все сломано. Я сейчас сдохну! У меня 0 хп! Я лежу. Что? 1 хп. Ты 3 хп! 3 хп у меня! 3 хп! А есть мясо! Что-нибудь кинь мне! У меня все сломано! Ем. Нет, не то мясо. Сейчас. Только осторожно, не ударь у меня! Ёпта, бля, 8 хп! Только осторожно, не ударь меня! 0 хп! Я такого еще не видел. Блин, клавишу изменил, прикинь. Ай-яй-яй-яй. Забыл, да? Нет, она у меня вторая клавиша не срабатывает. Так, вот Light Fire.
А на F где у меня кнопка? Сука, как она называлась? На E вроде ты изменил, не? Ты же поменял. Я на E изменил, но там F убралась, видимо. И use jumper... access other inventory. Вот, здесь E, а здесь F. Я поменял местами клавиши, ребята, для того, чтобы можно было комфортно было как-то... Было удобнее, привычней. Да-да-да. Совмещать с другими играми. Да, совмещать с другими играми, потому что во многих играх активация идет на F. Вот, кстати, а ты заметил, да, тенденцию, что сейчас разработчики многие игры разрабатывают? Начали, да, на F делать. Вот именно ту же крутую The Cooling. Хотя вот в Арке у нас на E, а в Хизе, и в Хизе, кстати, на E. Хизе на E, и The Cooling тоже. А, нет, Хизе на E. Хизе на E, да. Хизе на E, а The Cooling на F, и еще в какой-то игре, помню, на F тоже. Но после The Cooling'а как-то, знаешь, постоянно хочется F прожимать, потому что там все да, на F. Да, есть такая фигня. Ты давишь все на F, ребята, mm-hmm. в этой игре. Но это нереально крутая выживалка в голодных играх, ребята. The Cooling — это просто бомба. Что там у тебя по ХП? Что у меня по ХП? Половина. Так что, ребята, кто не смотрел... Нет. Так что, ребята, кто не смотрел The Cooling, я вам советую посмотреть The Cooling. Плейлист уже создан на канале, вы не пожалеете. Это просто бомба! Мы вот сегодня до записи серии с Артемой две катки победили. На изи. На изи причем, да, было очень круто. Моментов было эпично. Это, блин, что особенно прикольно смотреть, когда у нас убийство, блин, по 3-4, а у других да, по да, одному да. от силы. Да-да-да, как будто мы всех там ходили, крошили. А так и есть. Но было круто, вообще круто очень. Она получается просто по мне интереснее, чем Хизи. Она, она интересней. Ну, видишь, там вообще другая игра по факту. Хизи большая карта, зеленый, а там постоянная динамика. Зеленый у нас 15-й левел, да? Я уже не помню это. Ты про что? Низкий левел. Луч. А, про арк. А мы же арк снимаем, да. Да, этот луч... Подожди, или 10-й что-то я. 15-й, кажется. 15-й. Вот что значит долго сезон снимали бомжами, блин, давно не были, ребята. Вот это да. Где-то Фиомия здесь, была помню, где-то да? там, вот на меня напали дилы с той стороны. И Фиомия была где-то... Ой, у меня копья нету, как тут копье крутится? Что там, нож, да? И палка? Нет, сначала два камня, потом два камня с палкой. Еще одно говно какое-то бегает. А Фиомия была где-то здесь рядом. Фиомия где-то здесь рядом бегала. А, тут флинт нужен, блин. Прикинь, мозг работает такой, заполняется одной информацией, а все остальное ты, короче, забываешь в других играх. Такой невместимый нихера. А такое бывает, кстати, на самом деле, если ты много играешь в какую-то игру. Долго затрачиваешь в одну игру, где тоже крафтинг есть. Да-да-да-да-да, такая тема. Выбивается другое. Такая тема постоянно происходит, и с этим ничего не поделать. А где она, блин? Она же здесь была. Вот она! Вот она, сучка, вот она! Вот она, сучка. Ой, я левел получил, прикинь. Ты что, охраняешь Фиоми? Кто там охраняет Фиоми? Да, здесь говнёныш. Не, так. Я починю себе перчатки. Но смотри, мы ее можем сейчас прямо в камень начать дрючить. Братан, сейчас, она сейчас подожди, здесь, очень хорошая позиция. В трусах стою. Подожди, я понял. Сейчас. А я в чем? Ну, я без шляпы. Ливчики. Ты не смотри на меня, я стесняюсь. В ливкане? Все, уже оделся. Тут без шляпы. Окей, все, но я пока Фиомию пасу, чтобы она никуда не убежала. Она 20-го левела сейчас? Все, я каминг. Вторая Фиомия есть еще вдалеке. Где? А вон там, вон дальше о, чуть-чуть. О, вижу тебя. А где вот, давай вот... А вот Фиомия. Давай вот эту. Почти не видел. Ну что, гоу? Кто там, опа, сука? Все, бью их, бью, они на мне. Опа, у меня залагало что-то. У меня тоже. Подвисон. Все, отвисло. Так, хорошо. Нормально. Этих я забрал. А где Фиоми? А, Фиоми, а там где-то она убежала один в камень куда-то. Да, тихо. Ты по мне. Сори. Ты по мне сейчас просадил. Что ж такое творится-то, а? Что-то меня в этой серии все бьют. Тихо. Реально, блин. Дила напали. Я ей просадил один раз это. И почему-то у меня рогатка не перезарядилась, прикинь. А, вот сейчас перезарядилась. Может, из-за подлага? Скорее всего, пошел подлаг, да. Так, а где? Она побежала в сторону камней, вот сюда куда-то. И сейчас она где-то здесь должна быть, по идее. Я там другую видел еще одну. Ну да, вот там вдалеке, давай ее, да. Вот она. А какой левел, интересно? 60-й, сука, а? А та 20-я была. Еще есть. Давай в нашу сторону. Вот. Это наша? 20-й. Наша, убежала, сучка. Начинаем? Сюда вообще. Поехали. Да-да-да. Куда на меня прям? Кто меня оглушил?
Артём! Что? Камнем в имбальник! Подожди, это компи, а ты где? А вот. Что, блин, за выживание? Как я бы тебе убил? Меня бьют! О, господи! О, господи! О, господи! Сука, у меня опять почти ноль хп! Сука, я не хочу в эти джунгли больше ходить! Это не мой день явно, мне игра говорит, иди отсюда! Сука. А как ты так промахнулся, я не понял. Артём? Артём? Да-да-да. Ты здесь? Да-да-да. Ты убить меня хочешь, да, желаешь? Я ничего не знаю. Я ей по жопе стрелял. Ты стрелял? Я прям получил в лицо. Вот да, чё она бежит? Банч по лицу просто. Сразу оглушение, максимальное томление. Просто бомжа начинается, как говорится. Я не знаю, что со мной не так сегодня. Чё за... Тут компи. А чё это за бомж ползает? Не знаю. Это я. Сука. Первый раз такое. Не-не-не. Мы с Фиоми избежали вниз. Там, конечно, друг друга убивать, блин. То копьем в жопу, то еще куда-нибудь, блин. Да, чувствую, сезон, ребята, будет долгим у нас. Надо вниз спуститься. Да-да-да, сейчас. Ну, видишь, ночь наступила, блин. Я бы хотя бы сейчас ягодки что-то собрал. Очень темно мне. Мне тоже очень темно, надо быстро факелы. Что-то у меня выключено. А, ты имеешь в виду... Ой, а какая тьма в игре наступила, ребята? Instant Ambient Inclusion, это оно? Не знаю, что-то у меня отключено, что мне темно слишком. Вот она, сучка сраная. Вот она, подранка вонючая. Это она? 16-го нашел Фиоми. Короче, я дрючу вот эту в камень, мне пофиг. Я сейчас подойду. Блин, она сбежала на пляж! Сука. А чего они на пляж все убегают? Ты заметил, да? Их, по-моему, изменили это. А, изменили поведение. Теперь они не в сторону камней бегут, как раньше. Не от тебя бегут, знаешь, а выбирают как будто маршрут. Умнее стали, короче, да? Да, но почему-то они все сбегают в другую сторону. Раньше мы их дрючили, помнишь, что они спокойно бежали в камень. На изи, да. Как и любые травоядные. О, 60-й. 60-й Фиомия здесь? Да, она побежала в сторону луча. И к реке. Смотри, они теперь через камни свободно проходят, бро. Да, я видел это. Но это камень еще такой. Блин, а там скорпионы. Чувствую, мы не перетомим так Фиоми, да? Ну, сейчас проверим, конечно. Давай ее к тебе сейчас отгоню. Если она побежит сюда. Бежит. Так. Так, спокойно. Вот здесь ее... Но она утонет. Проблема. Главное, чтобы не под водой уснуло, конечно. Сейчас пускай выплывет, бро. Ага. Во-во-во-во-во-во. Да! Ну! Ну! Все, в камень бежит. Все, осталось камни нарубить и быстро ее задолбить. Нифига в камень бежит, она через него перелетела просто. Что? Смотри, она... Она Фиомия ниндзя! Лол! Она наверх убежала. Они теперь не врезаются в камни больше. Ага. Они просто их обходят, братан. Ага. Смотри! Сука. Слушайте, ребята, тут какие-то фиксы повыходили в арке, видимо. Походу. Она тут застряла все надолго. Все, уснула? Нет еще. Но она очень окровавлена. Все уснет. Сучка. Слушай, такого реально раньше не было, братан. Вот мы сколько играем, ребята? Да, блин, спокойно их куда-нибудь в стеночку. Бедные. Бы сзади ничего не подошло, а ты там. Да-да-да, я сейчас камни еще нарублю. Надо костер сделать в любом случае, поэтому я сейчас костром лучше займусь. Негр, у меня есть костер, да. У тебя с собой уже? Да. И что, она не томится? Сучка. Пока нет, пока не хочет. Ну, 60 левел все-таки, у нее торпор повыше, наверное.
Как бы не сдохла эта сука. Я боюсь сдохнуть, может. Оп-оп-оп-оп-оп, все. Хорошо, хорошо. Сколько хп у нее? Много? Не знаю. Да что ты делаешь? Ты что, промахнулся, что ли? Угу. Это я не хотел стрельнуть в нее. Ты что, камень хотел выкинуть в сторону, да? Да. Отвернулся и дал мне опять в лоб! Это было очень метко, я знаю. Что-то я не помню такой меткости, правда, и Фэпеса до этого столько не было. Это, я понял, ребята, ситуация, блин. Слушай, что-то ты опасный стал какой-то. Я до этого пролагивал, мышка плавала, а теперь четко попала. Я в очень плохом месте. Сейчас я тебя вытащу. Сейчас, подожди, подожди, не делай этого. Дай я. Да, давай ты лучше, потому что меня может убить. А то что-то мне стрёмно будет. Угу. И вот в таком баге ребята может убить тоже. Угу. Это арк. Там они вроде фиксили, но хрен его знает. Я не хочу сейчас рисковать, знаешь. Фу. Ой, Фио, у меня рядом. Ой, здесь закрыто с этой стороны камень, отлично. Хорошо. Хорошо. Что там, блин? Я, короче, там кидаю. Что-то там сделало звуки какие-то не очень. Где? Кто-то пернул, я слышал. А, это Фиоми? А, она так и ест. Пернул, я слышал, сука. Ну, а ты не слышал. Ребята, вы слышали, как кто-то пернул? Напишите в комментах. Потому что, ну, кто-то реально как будто пернул. Там был звук такой. Мясо есть у тебя? Нет, нет, я все сожрал. Не, мясо не жарит. Я столько раз падал за эту серию, что, сука, это вообще в истории арка такого, по-моему, не было со мной. Не было. Реально. Один раз я стрелял по жопе Фиоми и попал по тебе каким-то образом. Сейчас я просто хотел в сторону выстрелить. Я опять в имбальник. Сразу же. Так, ты костер не тушись. Вот что значит. Жалко, вот нельзя. У него стабильные 60 кадров есть. Да, ребята, мы немножко подправили графончик. В арке убрали mesh level detail и, соответственно, перезагрузились. И либо разработчики сделали какие-то хотфиксы. Очень важно перезагрузиться. Да, очень важно перезагрузить игру. И у нас теперь, вот у меня сейчас 62, 63, 80 даже FPS иногда. Вот у меня 60-75. Ну да, то есть ты спокойно можешь как бы играть и без каких-либо проблем. Соответственно, как бы комфортнее стало значительно. Это очень приятно. Поэтому мы сейчас не испытываем проблем. Мне интересно, вот... Ой, там спина. Где? А, вон, по прямой, куда я смотрю. Вот, куда я бегу. Видишь, там хрень какая-то в тень. Вдали. Да, да, я вижу, большим хвостом, и я тут, сука, помню, Карна недавно бегал. Жрать хочется, кстати, пипец. Там мясо есть. Кажется, жрать Пострять. Начинается. Кажется, жрать начинается. Начинается жрать. Да. Сейчас я... Ой, пиранья. Там мясо есть в костре. Смотри, смотри. Хочет пиранью притомить? Притомить пиранью? Смотри. Ты что, рогаткой хочешь ее, что ли? Не, не, она до этого не... Вторая, аккуратно, вторая. О, не дерется, смотри, о, не дерется. Пока ты ходишь, короче, не дерется. Ну-ка, стой, подожди. Эй, пиранья! Она на мель села! Не, пофиг. Мясо. Не, вот если присядешь, то она начинает кусаться, смотри. А, ты, я понял. Присесть. Она не чувствует, что ты в воде, короче. Искусственный интеллект в арке, ребята. Угу. То есть, вот когда ты, мясо. Пока ты не погружен в воду, типа... Якобы ты не в воде. Да. Вот еще одна 44-й. Стоит просто. Че, реально? Так это же вообще место для рыбалки, ребята. Сзади, сзади подплывает к тебе сучка фиолетовая. Со скином каким-то красивым. В жопу сейчас будет кусать тебе. Мимо проплыла, что? Офигеть, смотри, 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 какая классная. А вот если, блин, присядешь на этот, на кого, на С нажмешь, она начнет тебя кусать. Ну-ка, стой. А тут нельзя сесть. Оба! Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да, сразу начинает. А больно, сесть? Сучка бьет. Угу. Знаешь, не это, не шутка. Как бы. Так новые игроки, многие, кстати, от них страдают. От пираний. Смотри, какая большая рыбка. Сейчас, подожди, я... Пытаюсь Сейчас отожраться. Я все хп до сих пор не восстановил, понимаешь? Сейчас тут... уху сделаю. На. Делаю уху. Уху? Лол, на костер ее. На костер ее. Ой, она поплыла что? Куда-то. Что? Воздух. What the fuck? Наша добыча. Что за дичь? Танц, танц, та-да-данц, танц, та-да-данц. А где тут еще одна была?
Ребята, мы столько сегодня словили что-то, всякого говна. Как вообще... Ой, а что она не томится у нас? У нее ягоды кончились, братан, срочно. Как, все кончились? Да, она же прожорливая дичь. Вот сволочь, блин. Да, сейчас еще Фиоми будем томить, блин. 25 часов. Это надо все собрать абсолютно, все, что мы видим. Блин, хрен его знает. У самого еды нет. И тут еще Фиомия выпендривается. Ой, комар. В смысле комар? Тебя кусает комар? У меня тут на стенку тут сел комар. Его уже нет живых. Бедный комар скончался. Сконченный комар. Так, сейчас я собираю здесь всякую ягоду. Нет. У меня дерева нет. Фиомия, подожди, у нас красную же любит, по-моему, нет? Или тоже сиреневую? Не, тоже сиреневую. Да. А кто у нас красную тогда любит? Кто-то я не помню. Кто-то любит. Ну, это вроде сиреневую любит. А кто ж красную тогда жрет усиленно? Сейчас. Кто-то жрал красную, ребята, ягоду. Не бронто ли? Сиреневую. Красную. А, хрен, я уже тебе не скажу. Да пускай все хавает. Там каши теперь все хавают. Ну, по идее, да. У Фиомии нет каши. У нее вот именно сиреневые. Но она, по идее, и больших левелов должна довольно быстро томиться-то, по факту. Она и томилась сейчас быстро. Я забыл, что она прожорливая такая. Она сожрала там. Просто она же, да, она потребляет до хрена. То есть такое животное само по себе. Кто это ходит со мной? Ух ты, сука! Артем! А... Что такое? Кто там? Ну, не ходи туда. Ну, не ходи туда. Он отстал? Отстал. Такая рожа из тени бывает, блин, я в шоке. Я бы мог, кстати, попасться на укус, знаешь, изи. И все. А это-то что там зависло, блин? Слышь, труп! Труп рыбы! Спускайся вниз! Нам жрать охота, да? Да. И как ее, блин? Никак. Компи, забери. Чего? Сейчас я залезу, попробую. Компи там возьми, чтобы не забыли его. Опа. А вот Фиомия здесь залетела просто, блин. А я забраться не могу. С этой Но стороны. У них, видишь, сделали такую... Она опять все сожрала. Братан, здесь ягод нужно. В смысле? Она все съела сразу. Она за один укус потребляет... Да, она три ягоды съела за... Это пипец. Тихо. Ай. Тихо. Че мне-то по этому? Я попал по тебе, у меня не было удара, прикинь. Десинхрон. Да, попал. У меня так хлещнуло с носа там. Как бы, то ли из глаза. Копье сломал, сука. Ладно. Короче, я ребята. Домой сбегаю, короче. У нас там большие у нас проблемы. Я домой сбегаю сейчас. А, давай, но... Я здесь не знаю, выживу ли. Ну, там главное спина, смотри, чтобы не подкрался незаметно. Как стелс, как ниндзя. У меня проблема, я хочу жрать. Так мяса есть там в костре много. А Фиомия хочет жрать. Ну, Фиомия подождет, сейчас я принесу. Да, давай, у нас там дома есть. Дома есть, да. Сейчас схаваем, ребята. И надеемся, что мы эту дичь все-таки притомим. Нужно просто реально сюда привезти. У нас нету сейчас ездовых животных вообще. То есть мы же, ребята, не томили еще ничего, поэтому мы не можем сейчас быстро, по сути, добежать. Ну, те, кто спросят, почему на трайке не ездим, так седло не можем еще скрафтить. Да, многие пишут про бобра, потому что он может сам собирать типа дерево. Но... Сам? Да. Разве? Да, что-то... на вандеринге он собирает дерево в себя. Тогда можно его притомить, в принципе. Да, но туда нужно добраться еще. У нас же пошло решение, чтобы не томить его, поскольку седло не можем сделать. Да. Мы решили его не томить, потому что седло требует большой уровень. А так как уровня большого нет, ну то есть, а туда добраться тяжело, где они обитают, там всякая дичь может встретиться. Мы решили вот так вот. Пока пойдем через Фиомию, потом, надеемся, может быть, пару рапторов у нас будет. Вот, рапторы, это будет классно. Что-нибудь такое, потому что другого варианта сейчас тяжело подобрать. А так, все впереди. Все впереди, друзья. Но сейчас мы попробуем дотомить Фиомию, естественно. Надеемся, что попробуем дотомить. А, неизвестно, Артем сейчас принесет, естественно, еду. Вот. А на этом мы нашу серию, ребята, с вами закончим.
Спасибо вам за просмотр, за ваши лайки, естественно. Не стесняйтесь ставить лайк, если вы хотите еще арк. Ну а с вами был NoFake. И Шиморо. И всем до новых встреч. Увидимся на новой серии, друзья. Всем пока, ребята. Всем пока.